Большой всем привет! В этом видео я покажу, как шить вот такой пенал или косметичку. Шить легко, просто и быстро. Справится даже новичок. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Для пошива берем плотную ткань, у меня это Оксфорд. Размером 34 на 30 сантиметров. Два отреза размером 10 на 5 сантиметров и молния длиной 20 сантиметров. Берем маленькие прямоугольники, складываем вдвое по длинной стороне, утюжим, разворачиваем, потом к середине прикладываем один край, проутюживаем, потом прикладываем второй край и утюжим. После складываем вдвое, утюжим. Со второй деталью делаем то же самое. После прокладываем строчки по двум сторонам. Далее берем ткань размером 34 на 30 сантиметров. На длинной стороне намечаем середину. На молнии также само намечаем середину. Прикладываем молнию к ткани лицом к лицу, соединяя середины, и скалываем булавками. После прокладываем строчку. Для шитья я буду использовать специальную лапку для вшивания молнии. Убираем все булавки и также само пришиваем молнию на вторую сторону. Убираем все булавки и выворачиваем на лицевую сторону. Далее от боковой стороны отступаем 4,5 см и делаем пометочку. Потом от верха отступаем 4 сантиметра. Вот так вот рисуем линии, соединяя наши пометки. И так же само делаем по всем сторонам. Далее по нарисованным линиям вырезаем. Далее этот шов вот так вот скалываем булавками. И прокладываем строчки.
убираем все булавки. Стороны равняем, чтобы они лежали ровно. Скалываем булавками. Таким образом зафиксируем их. Внизу будущего пенала от низа отступаем 3 см, делаем пометку. От боковой стороны отмеряем 4,5 см и рисуем линии, соединяя наши пометки. Скалываем булавками. На второй стороне делаем то же самое. И вырезаем по нарисованным линиям. Обратите внимание, все это делаем на лицевой стороне. И далее вот здесь вот по бокам прокладываем строчки, отступая 5 мм от края. Убираем булавки. Далее выворачиваем на изнаночную сторону. И вот эти боковые стороны, которые мы сшивали, скалываем булавками. И прокладываем строчки, отступая 1 сантиметр от края. Убираем булавки. Выворачиваем на лицевую сторону. Далее незашитую сторону, что возле молнии, складываем вот таким вот образом. Скалываем булавками. Берем вот эту деталь, складываем ее вдвое, формируя петлю. Прикладываем посередине. И вот так вот сшиваем, отступая 5 мм от края. То же самое делаем и на второй стороне, где молния. Далее также само складываем незашитую сторону, что находится внизу, поправляя шов, чтобы не было перекоса. Скалываем булавками. На второй стороне делаем то же самое. И прокладываем строчки, отступая 5 мм от края. Далее выворачиваем на изнаночную сторону.
Вот этот шов лежит ровно на одной стороне. Если бы при шитье мы края этого шва закладывали бы в разные стороны, то получился бы вот такой вот перекос. Далее верхние и нижние стороны, которые мы шили, вот так вот складываем, скалываем булавками. И прокладываем строчки, отступая 1 сантиметр от края. Лишние ниточки срезаем, булавки убираем. Выворачиваем на лицевую сторону. И пенал готовый. Поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Всем спасибо!